Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я покажу вам обзор своих покупок по каталогу номер 15 Faberlic. Каталог, как всегда, впрочем, порадовал своими скидками, новинками, поэтому будет интересно. Садитесь поудобнее, приступаем. Так, первое, что я вам покажу вот такие вот супчики я купила. Суп средиземноморский, продукт моментального приготовления, артикул 15919. Я взяла две штучки, потому что, как я уже говорила в своем прошлом обзоре, суп содержит тмин, а тмин я как-то не очень люблю. А в этом супчике содержится кукурузная крупа, здесь нет льна, есть кукурузная крупа, поэтому он немножечко отличается от грибного и горохового. Так, следующее вот купила вот таких вот гороховых. Почему купила так много? Потому что сейчас проходит акция при покупке двух любых супчиков, каждый по 29 рублей. Поэтому тоже я вам смело рекомендую, очень такие довольно-таки приятные продукты для быстрого перекуса. Очень даже вполне себе подходит хорошо. И вот гороховый суп 15917 артикул. В нем содержится гороховая мука. Вот. Грибной как-то я не любитель, поэтому вот приобрела такие. Далее, далеко не будем уходить с кухни, приобрела также по акции вот таких вот два фиточая витаминных. Артикул 15082. Акция при покупке одного чая, второй идет со скидкой. Поэтому я тоже воспользовалась и приобрела. Уже попробовала чаек, сделала фото, выложу в Google+, посмотрите тоже. А вот специально хочу вам показать поближе. Вот мы можем видеть здесь цедру апельсина. Также кусочки клубники, лимонная трава здесь содержится. Сейчас я зачитаю состав. Цветки гибискуса, плоды шиповника, листья стевии, яблок, лимонная трава, ягоды клубники, цедра апельсина, ароматизатор натуральной клубника. Я бы не сказала, что чай прям пахнет вот так вот клубникой. Нет, он именно больше такой вот красненький, розовый от гибискуса. Ну и шиповник тоже дает свой цвет. Поэтому чай такой кисленький, приятный, даже можно вполне пить его без сахара. Если сделать можно пресс или кувшин, можно даже в холодном виде использовать как вот напиток. Ну и чем замечателен этот чай, то что в нем содержится очень много витаминов, о чем и говорит его название. Сейчас на холода, на такую погоду нам самое то. Далее, что я приобрела, купила вот такую вот книгу. Называется «Основы косметологии в контексте Faberlic». Я не знала, что есть такая книга, тоже увидела, купила. Буду читать, уже так ознакомилась. Очень интересно, мне понравилось, потому что я не косметолог. Я изучала анатомию, физиологию, биохимию, вот такие вот вещи в институте, когда училась, поэтому состоянием кожи, ее функциями и так далее я знакома, но более подробно все-таки захотелось узнать. Так что тоже артикул на книгу оставлю под видео, может быть, и вам будет интересно тоже узнать что-то новое для себя. Дальше купила новинку из серии Secret Story «Зеркало». Не буду вам доставать из упаковки, чтобы не было засветов и бликов, но оно двустороннее. Вот такой вот пластик здесь, вот такая надпись. На самом деле на картинке нарисовано овальное зеркало в каталоге, получила я круглое. У меня есть такое красное из предыдущей коллекции, но чем отличается это от красного? Здесь вот оборотная сторона, где зеркало увеличивающее. Мне кажется, что оно еще больше увеличивает. Не знаю, может быть, мне так кажется. Ну, в общем, вот такое вот. И единственное, что вот эта ножка, она как-то вот хлябает, плоховато
держит. Попробую здесь винтики подвинтить, может быть, будет лучше. Вот, а так вот в такой вот пупырчатой пленке и в коробочке. Артикул 90-65, размер 23,5 сантиметра длина, диаметр 14,5 сантиметров. Дальше приобрела себе вот такие вот колготки шелковистые 20D, цвет графит. Колготки по качеству очень хорошие, мне они понравились. По плотности могу сказать, что они даже, я бы не сказала, что они 20D, они очень такие прочные. Вот так вот выглядят колготы. Это вот у меня цвет графит. Видите, что они действительно такие шелковистые, хорошие. Здесь вот шортики такие уплотненные вот здесь. Мыска здесь как такового, получается, следочка нет. Вот такие вот колготы. Сейчас покажу вам еще вот так на руке. Вот так вот они выглядят на коже. Очень хорошие. Так что тоже я вам смело рекомендую 20D. Очень даже. Так, далее, что я вам покажу. Я приобрела по акции, опять же, вот такой вот замечательный питательный бальзам для рук и ногтей из серии Био Кислород, Кислород Боди. Так, артикул 0435. Сейчас он идет со скидкой по цене 59 рублей. Так он стоит гораздо дороже. Поэтому тоже я вам советую, пока такая хорошая акция, скидка, берите. Я вот намазываю его на руки, на ногти наношу. Одеваю силиконовые перчатки от Faberlic. И эффект просто вау! Замечательный. Очень мне нравится аромат, текстура. Все просто работает на ура, продукт. Тоже я вам его смело-смело рекомендую к приобретению. Так, далее по акции приобрела вот такой вот гель для интимной гигиены для чувствительной кожи, артикул 8716. Показывала тоже неоднократно, покупаю постоянно. И при покупке любого продукта из серии Бриз Домо акция, можно вот такие вот салфеточки получить. Я за 29 рублей. Так они стоят 99. Поэтому я приобрела тоже с удовольствием хорошие салфетки. 87-17 их артикул. Заказывать нужно и продукт, и салфетки. Здесь 15 штучек с экстрактом ромашки. Тоже хорошие салфеточки. Следующее, что покажу, это вот такая вот новинка каталога 15 из серии «Зима». Крем для ног против зимней стужи с маслом семян малины, камфорой и кислородным комплексом. Артикул 1206, здесь 75 мл. И, как я уже сказала, здесь содержится масло семян малины, камфора и кислородный комплекс наш Faberlic Novoftem. Кто не любит аромат камфоры, этот крем вам не подойдет, потому что аромат камфоры очень сильный. Но крем очень хороший, я уже попробовала, чтобы с вами поделиться своими впечатлениями. Действительно, ножки так он как-то согревает. Ну, в общем, ногам очень комфортно и хорошо наносится, разносится по коже, быстро довольно-таки впитывается. Рекомендую вам к покупке тоже. Далее, приобрела вот такой себе детский бальзамчик для губ защитный. Карамель. Так, что у нас здесь содержится? Здесь содержатся масла ромашки, календулы, натуральные воска. Написано, не знаю, воска правильно. Витамины, известные своими восстановительными защитными свойствами. Вот, тоже на зимнее время, на осеннее. Вот такой вот он беленький. Очень приятный такой аромат, вкусненький имеет. Так, артикул 4568. Тоже акция при покупке любого продукта. Можно со скидочкой вот купить такой детский защитный бальзам для губ. У меня клиенты брали продукт, а я себе заказала вот такой бальзамчик.
Дальше со скидкой я приобрела также по акции вот такую вот зубную пасту для романтиков Бриз Д'Амор с малиной. Очень хорошая паста, иногда я пользуюсь ей периодически. 87-18 не использую постоянно. Почему? Потому что у меня потом начинает немного эмаль реагировать, поэтому я чередую. А так паста очень классная, вкусная, освежающая. Прям с ароматом малины и мяты. Вот, тоже пока акция, можно приобрести. Следующее, что я купила, это тоже по акции при покупке на 500 рублей и выше по каталогу 15. Можно за 129 рублей приобрести тушь на выбор. Максимум роста, либо объемную. Я взяла максимум роста 52-16. Тоже вам ее показывала. Она содержит сыворотку специальную, которая улучшает рост волос, рост ресниц и качество. Не буду открывать, простите, пожалуйста, потому что у меня сейчас есть открытая. Там треугольная щеточка в этой туши. Вот, в каталоге вам ее покажу. Вот она. То есть на срезе она... Профиль вот такая вот треугольная. Ее нужно наносить вот такими прокручивающими движениями. Не такими, а прокручивающими. Вот. Мне тушь нравится, она меня устраивает полностью. За такую цену взяла в запас, вот, пусть лежит. Так, далее приобрела вот такую еще новинку от Faberlic. Это кисть. Кисть для пудры и румян. Размер 10×2. Материалы алюминий, кисть нейлон. Сделано в Китае, срок службы не более 10 лет. В таком пакетике шла, и вот. Конечно, я тоже ожидала, что кисть будет побольше. Смотрите, какого она размера. Вот, поставьте свой указательный палец. Вот такая вот длина. И вот такая. Вот, в принципе, вся ее кисть. То есть она малюська. Но, в принципе, я довольна. Она очень нежная, приятная, классно выглядит. Очень стильный и качественный аксессуар, мне кажется. Буду носить в сумочке с удовольствием, потому что не люблю подправлять пудру спонжем или пуховкой. Люблю кисть. Вот, тоже будет мне служить и радовать меня. Дальше. Из Secret Story еще я приобрела вот таких вот два кулона, подвески, ключик. Артикул 9164. Это кулон 3,9 сантиметра и цепочка 70 сантиметров. Мне кажется, что это стерлинговое серебро. Вот в таком бархатном мешочке идет. И потом вот такой пакетик, и там уже непосредственно... украшение находится. Я приобрела по акции при покупке любого продукта Secret Story. Вот это украшение замечательное. Можно приобрести со скидкой за 199 рублей. У меня клиенты брали антивозрастные тональные сыворотки. Я себе приобрела вот такие вот замечательные украшения. Мне понравилось. Я довольна. Очень красивенькая. Вот. Второе украшение я не открываю. Будет конкурс на моем канале предновогодний. И я с удовольствием своему подписчику или подписчице подарочек отправлю. Вот такое вот замечательное украшение на память обо мне. Вот. Так что вот такие украшения. Далее. Опять купила вот такой вот крем для ухода за кожей вокруг глаз от Infinum, артикул 31651. Тоже клиенты покупали. И я купила со скидкой 199 рублей. Вот такой вот он малюсенький, баночка пластиковая. Сроки годности до 2017 года. Хорошие, так что пусть лежит. Пригодится. Следующая, купила вот такой свой любимый фитолосьон 0419 для комбинированной кожи, склонной к жирности, с экстрактом майпийских трав. Очень его люблю, здесь 150 мл. Очень люблю это средство.
Поэтому я его постоянно покупаю. И далее покажу вам пробнички. Пробнички я приобрела опять кокетку. Это новинка каталога 15. И приобрела новинку каталога 16, парфюмерную воду Intemporelle. Intemporelle в переводе с французского означает как вечный. Вот. И сейчас давайте я вам расскажу поподробнее об этих ароматах. Я сделала себе заметки, что у нас о кокетке можно сказать. Кокетка, цветочно-зеленый аромат. Начальные верхние ноты у нее герань, бергамот, грейпфрут и смородина. Раскрываются и звучат в течение первых 50 минут. Срединные ноты, ноты сердца в кокетке, это роза, пион, фрезия, имбирь и кардамон. Раскрываются в течение последующих 10-20 минут и звучат 1,5-3 часа. И шлейфовые базовые ноты в этом аромате мускус, кашемировое дерево. Проявляются вместе с нотами сердца и достигают своего выраженного звучания через 2 часа. Могут звучать 6-8 часов. Это зависит от нашей кожи, от свойств нашей кожи. Вот, аромат мне в целом очень понравился. Он действительно такой озорной, кокетливый, зеленый, можно сказать. Даже, да, цветочно-зеленый. Вот, милый довольно-таки. Вот, как девушка, так вот и аромат. Мне кажется, он ей очень подходит. Мне он тоже подошел, чему я очень рада. Поэтому думаю, что буду ловить скидки и хочу потом приобрести полную версию. Что не скажешь о парфюмерной воде новинки 16-го каталога Intemporelle. Лично для меня. Это мягкий фруктово-пудровый аромат написано, но мягкий, я бы не сказала, что он мягкий, но для меня лично. Я сделала вывод, что, скорее всего, эта вода подойдет более для уже женщин, нежели для молодых девушек. Но, конечно, это все на любителя. Итак, этот аромат от парфюмера Винсента Шаллера сделан специально для Faberlic. Это проникновенный аромат, он звучит сладкоголосыми нотами персика и сливы. Волнующие сердце цветочные переливы воплощают образ вечной красоты, которая живет вне времени и пространства. Шлейф обволакивает тонким мускусным аккордом, оттененным теплом бобов тонка и сандала. А пока пирамиды подробной на этот аромат нет, но вот все, что смогла информацию найти, вот я вам рассказала. Для меня этот аромат тяжелый. Я носила его целый день. Нанесла, и с первых нот у меня просто дикая головная боль пошла. А персика я не услышала там. Сливы как таковой тоже, поэтому не знаю, но опять же рекомендую приобрести пробник и уже поносить тоже на себе, попробовать. Я очень надеюсь, что вам этот аромат подойдет и понравится. Так, далее. Следующее. Вот такие новинки я приобрела. Тени кремовые из серии Eye to Eye, глаза в глаза. Вот такие голубые 52-81 и вот такие вот серые стальные 52-80. Сделала сводча. Выложу в группе Натальи Петровой ВКонтакт и выложу в свой Google Plus тоже обязательно. Тени мне понравились, очень хорошие, классного качества. Так, сейчас вам покажу. Вот так вот я выдавила. И сейчас будем распределять. Можно легко сделать вот так вот, классно, такие цвета, вот так выглядят, хорошее покрытие дают, можно сделать отличный аромат, простите, макияж. Вот новинка еще каталога 15, который купила, мицеллярная вода с гиалуроновой кислотой. Очень классное средство, мне очень понравилось, подходит для чувствительной кожи, это я вам заявляю с полной уверенностью, протестировали на мне, на маме моей, нам подошло. Артикул 0735,
отлично удаляет загрязнение, очищает кожу, остатки макияжа. Вот специально приготовила ватный диск. И сейчас сниму с легкостью кремовые тени. Вуаля! Вот, замечательное средство, приятный аромат имеет, такой хороший тоже аромат, не дешевый, нежный такой довольно-таки, хорошая душка. Буду с удовольствием пользоваться. Подходит для лица, глаз и для губ, для всех типов кожи. То есть я вам этот продукт очень рекомендую к покупке. То есть он очищает, ну, гораздо лучше, чем тоник. Хорошее средство. Так, далее приобрела по совету Натальи Петровой вот такую палеточку для брюнеток. Вернее, я смотрела ее видео, и она мне посоветовала брать, пока есть. Их действительно осталось уже не очень много, поэтому если вам понравится эта палетка, которую я сейчас покажу, тоже берите. Вот, у меня есть палетка для блондинок. Если хотите, напишите комментарий, я потом сниму отдельное видео про палетки. Вот, пока покажу вам вот эту вот для брюнеток. Мне очень понравилась эта палеточка у Натальи Петровой. Она делает всегда свой макияж вместе с ней. Вот, здесь вот такие вот румяна. Нежно-персиковые. Далее идут тени матовые. И двое теней сатиновых. Бежевые и такие коричнево. Сливовые, может быть, или, не знаю, какой-то такой очень интересный оттенок. И вот такая вот жидкая губная помада, вот такая с блесточками. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Так, здесь вот инструкция, как наносить. Вот, для тех, кто делает свои первые шаги в макияже, вот. Fashion Look, такая палетка, будет незаменимым аксессуаром. Очень удобно брать с собой в поездки, в отпуск. Класс. Вот две такие палетки, и больше ничего не надо. Артикул 5307. Вот так вот. Вот это вот румяна. Посмотрите, они не матовые, они сатиновые тоже. Немного переливаются. Вот как бронзер можно, мне кажется, такой легкий использовать. Вот это тени коричневые, которые матовые, и двое сатиновых. Хорошо пигментированные. Вот так вот выглядят на руке. Так, далее. Еще что я вам покажу. Это я приобрела еще две вот такие палетки. Eye to Eye, глаза в глаза. Опять же, посмотрела видео про тени Натальи Петровой. Они мне понравились. Я решила все-таки тоже приобрести вот такую вот палетку. Единственное, недостаток этих теней для меня лично, не знаю, почему-то вот я голубой пользовалась нормально, а эти, посмотрите, как вот они крошатся у меня и пылят. Вот, сейчас у меня макияж выполнен при помощи вот этой вот палетки, икона стиля, 5516 артикул, вот этой вот, и эта новинка, фиолетовый клатч, если я не ошибаюсь, 5519, вот такие вот. Вот, я сделала свой макияж, обводку при помощи вот такой вот кисти. Вот так. И пока я это делала, у меня вот так все лицо было в таких вот черных сыпучках. Вот, но светлые тени отличные, просто они не осыпаются, не крошатся. Очень хорошо дают такое покрытие. Так, сейчас давайте покажу вам сводчики. Тоже сделала уже фото. Фото выложу в группу и в Google+. Вот это вот фиолетовый клатч. Посмотрите, какие классные оттенки. Сиреневый нежно. И вот такой вот. Тоже сливовый. Сиреневый очень нежный, видите. А сливовый прямо вот тоже вот крошится. Видимо, это болезнь этих теней, что темные оттенки немного крошатся. И вот эти вот, которые черно-белые, которые у меня сейчас на веках. Вот они вот так вот выглядят. Вот. И еще
покажу вам две палеточки. Купила на распродаже. Это Дебора Монотени. Наконец-то. Уже Деборы у нас нет каталога. Каталог не действует. Остатки есть на сайте. Можно ловить. Я поймала вот такие вот розовые и вот такие фиолетовые. Розовый 11 оттенок. Фиолетовый 41. Тоже фото сделала. Очень хороший сводч получился. Тоже смотрите в Google Plus, в группе. Так. Вот очень хорошо цвета передает сейчас камера. Просто вот как я вижу, так и вы видите. Эти такие без шиммера, а эти шиммерные. Итак, сейчас покажу. Вот розовые, вот фиолетовые. Тени тоже очень классные, мне понравились. Тоже пока есть, берите. Итак, последнее, что я вам покажу в завершении моего обзора, это вот такие вот пробники. Как всегда, я приобрела для своих клиентов. Это концентрированный клеточный ночной крем серии Гардерика, артикул 0635. Дневной крем Гардерика с SPF 6, артикул 0634. Такие вот есть пробнички. И вот это вот все Реноваж. Ночной крем мощное восстановление 0637. И дневной крем тотальная реконструкция 0636. Все клиентки, которые у меня попробовали пробник крема Реноваж, всегда заказывают, как правило, полную версию. Поэтому мой вам совет, дорогие консультанты, приобретайте пробники и давайте пробовать своим клиентам. Я надеюсь, мой обзор был для вас полезен. Если это так, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.